На улице Неверова работает тяжелая техника. На участке от Герцена до Ярославской предстоит заменить почти 2 километра дорожного полотна. Обновляют участок большими картами по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Полностью перекрывать движение здесь не стали. Машины едут по свободной полосе. Старый слой асфальта убрали, подготовили участок для нового прочного покрытия. Сначала предстоит сделать выравнивающий слой. Кроме ремонта автодороги идут работы и на инженерных коммуникациях. Ежедневно на участке трудятся 2 бригады рабочих. Работает порядка 20 человек, 2 бригадами. Одни занимаются установкой чугунных люков, другие – укладкой асфальтобетонной смеси. Ну, техники дорожные – около 5-6 единиц, ну и самосвалов – около 5. Вполне всего хватает. Ремонт дорог большими картами идет во всех районах Самары. Всего на этот год запланировано отремонтировать 42 участка. На 8 работы уже завершили. Качество ремонта контролируют специалисты муниципального бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство». Общий процент выполнения по контракту в рамках ремонта картами составляет более 40%. Это достаточно хороший показатель начала данного года. Полностью завершить ремонт дороги на Неверово планируется в начале июня. Гарантия на ремонт – 2 года. Лариса Шлафаст, Максим Гусев. События.